Продолжай, никого нет. Надеюсь, ты не сломаешь зубы, прогрызая этот тоннель. А? Подожди, Майя, подожди, кто-то идет. Он не заметил мой тоннель. Я должна продолжать. Получилось! Проснитесь, Алоис, давайте, туннель готов. Правда готов? Какие у тебя сильные зубы. Ты же питаешься сладким нектаром. Я-то думал, что сладкое портит зубы. Лезьте, Алоис, мои зубы тут ни при чем. Надо освободить светлячков. Отличная идея. Слышался какой-то шум. Бегите! Шум точно был. Пойдем посмотрим. Вперед! Спрячемся здесь! Странно. Заглянем в комнату. Заглянем в комнату охраны. Давай. Нам надо где-то спрятаться. О! Погасите его! Никого. Зачем вы включили свой свет? Нас чуть не нашли. Простите, когда я расстраиваюсь, он сам загорается. Как странно. Кто знает, выберемся ли мы отсюда? Кусочки листьев и дерева. Эта смесь очень похожа на бумагу. Они всегда так строят свои стены. Ясно. Скорее, у нас мало времени. Когда наши шершни вернутся, у нас уже все должно быть готово. О, нет! Мы должны что-то придумать. Нам надо выбраться отсюда. Вот только надо найти выход. Кладовая с едой. Давно я так вкусно не ел. Скорее, надо бежать.
Кто-то идет! Надоело бродить по улице, устал. Смотри, кто-то оставил свет. Как светлячок сюда попал? Вот так. И не смей больше слезать отсюда. Вы слышали? Они пришли с улицы. Нам надо пойти в ту сторону. Вот и померк надежды луч, как зыбкий свет свечи во мраке ночи гаснет. И что же нам теперь делать? Надежда будет с нами. Перестаньте болтать чепуху, мы выберемся отсюда. Вот увидите, я отвлеку охранника, а вы в этот момент бегите, понятно? Вы поняли? Со всех ног. Да, но мы не можем бросить тебя здесь. Обо мне не беспокойтесь, я выберусь, но... Если что-то случится, я останусь здесь. Обещайте, что один из вас полетит к моему улью и предупредит о завтрашнем нападении шершней. Когда охранник отойдет от входа, бегите со всех ног! Знак. О, в чем дело? Уберите это! Ничего не вижу! Вперед! Попалась! Ты пчела, которую мы принесли вчера, как ты смогла выбраться? Может быть, вы стоите у дверей и не видите, что пчела исчезла. Охраняйте ее как следует. Вы поняли меня? Странно, дверь заперта. Она выбралась? Как ей это удалось? В стене дыра. Смотрите, откуда она здесь взялась? Эй! Эй, ты что делаешь? Открой немедленно! Сейчас же открой! Эй! А, кажется, это Майя. Откуда она взялась?